начинать. Здравствуйте. Мы давно ничего себе не рассказывали. Мы больше 2 недель не общались с Давидом. В силу наших обстоятельств мы будем продолжать общаться. Сейчас мы хотим коротко рассказать о тех изменениях, которые у нас произошли. Прежде всего, у ребенка практически нет истерики. Если они бывают очень короткие, буквально несколько секунд, мы можем их остановить. У него ушли стимы, моргание глазами, взмахи руками, практически их никогда нет. Раньше ребенок боялся песка, теперь он даже не хотел заходить на площадке в песочницу. Теперь он заходит в песочницу и с удовольствием там играет. Пьет со стакана сам, при этом не хочет, чтобы ему помогали, он все, что есть стакан, выпивает до конца сам. Научился глотать капсулы с витаминами. Раньше мы ему в еду их добавляли, а теперь мы без проблем глотаем эти капсулы. Значит, любит очень последнее время сам забираться на шведскую стенку. А вчера в доме был небольшой ремонт, и он 2 раза забрался на стремянку, от чего получил огромное удовольствие. Стал довольно чаще играть собакой, еще ему очень нравится, когда мама облизывает ручки, и он подает одну ручку, потом вторую. У него появились слоги, пока они выглядят на-на-на-ля-ля-ля, да-да-да, но раньше он полностью молчал. Мы ходим в развивающий центр, он стал обращать внимание на деток в последние занятия, а до этого он даже не хотел там находиться, он пытался бежать. Теперь спортивные занятия он с удовольствием выполняет с детками, мячик, прыгалки всякие, бегалки. А вот, правда, когда касается что-то лепить, красить, рисовать, то это не наше, мы убегаем спортивному снаряду пока еще. Когда он хочет игрушку, он стал маму, или на улицу, он стал маму брать за руку и подводить к этой игрушке, чтобы она дала, или же к двери, что показывает, что он хочет на улицу. Он стал намного ласковее, намного нежнее, он любит обниматься, он любит целоваться. Перед сном он любит поиграться, попеть песенку вместе с мамой или бабушкой. В общем, изменения есть, и всех их не перечислишь, они небольшие, но для нормотипичных детей это нормально, а для нас это большие достижения. Хочу сказать, что мы обязательно будем общаться с Давидом дальше, и спасибо, Давид.